Японский метод коррекции фигуры меняет внешний вид за 5 минут в день. Эту простую технику разработали японские специалисты около 10 лет назад. Она позволяет вернуть скелет в естественное положение и изменить очертания тела, сделав талию тоньше, а спину ровнее. Первое. Скатываем из полотенца тугой валик длиной не менее 40 см и толщиной 7-10 см. Перевязываем валик крепкой ниткой, чтобы не размотался. Второе. Садимся на достаточно твердую горизонтальную поверхность. Мягкая кровать не подойдет. Лучше лежать на кушетке, массажном столе или просто на туристическом коврике на полу. Кладем свернутый валик. Третье. Аккуратно опускаемся на спину, придерживая валик руками так, чтобы он оказался поперек тела, под поясницей, ровно под пупком. Это важно. Четвертое. Ноги кладем на ширину плеч и косолапо сводим стопы вместе, так чтобы большие пальцы касались друг друга, а пятки были на расстоянии 20-25 см. Пятое. Заводим вытянутые прямые руки за голову, поворачиваем их ладонями вниз и соединяем между собой мизинцами. Поза достаточно неудобная. Если вам сложно распрямить руки полностью, не страшно, пусть лежат как получается. Главное следить, чтобы соприкасались большие пальцы ног и мизинцы рук. Шестое. Лежим в таком положении 5 минут. Если все сделано правильно, ваш скелет начнет немедленно принимать естественную для него форму. И вы ощутите, как живот чудесным образом втягивается внутрь тела. Однако этот процесс может быть болезненным. Если вам слишком сложно сразу выдержать 5 минут, начинайте с минуты двух, каждый день увеличивая время отдыха на валике. Результаты станут заметны окружающим примерно через месяц. За время каждого сеанса кости и суставы слегка сдвигаются с места, поэтому вставать с полотенца нужно очень аккуратно, без резких движений. Источник – интернет. Будьте здоровы!